А до наступления крещения продолжаются святочные дни. В это время принято колядовать. И сегодня народные забавы устроили студенты Красноярского колледжа искусств. На территории радиозавода они развернули настоящее театрализованное представление с песнями, игрой на музыкальных инструментах и хороводами. А сотрудники завода отблагодарили их свежей выпечкой и другими приятными угощениями. О, мои хозяева! Калёда, пеклили лепёшки. Калёда, готовы лепёшки? Конечно.